питерские морозы не ослабляют темпы работ на строительстве энергетического гиганта на Енисее. Проектная мощность Красноярской ГЭС 5 миллионов киловатт. Подобного еще не знал мир. Проекты и планы здесь уже начинают воплощаться в сталь и бетон. На месте этого поселка вырастет город с поэтическим названием Дивногорск. Каким он будет? Архитекторы позаботились о том, чтобы он был красивым, современным, благоустроенным.